Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Это слова из дневника советской школьницы Тани Савичевой. И этот дневник – еще одна памятная история. Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период блокады Ленинграда. Таня начала вести дневник с первых дней блокады города. В ее дневнике 9 заполненных страниц, на 6 из которых даты смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата, двух дядей. Записная книжка уцелела и стала одним из важных памятных символов Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года гитлеровцы заняли Шлиссельбург и отрезали Ленинград с суши от всей остальной страны. Началась долгая блокада. Жители города оказались в тяжелейших условиях. Запасы продовольствия были ничтожно малы. На 12 сентября 1941 года они составляли хлеба, крупы и мяса на 30-35 суток, сахара и кондитерских изделий на 60 суток. На 1 октября 1941 года хлебный паёк для рабочих и инженерно-технических работников составлял 400 грамм в день, для служащих, иждивенцев и детей – 200 грамм. В городе начались цинга и дистрофия. Быстро заканчивались запасы топлива. В жилых домах прекратилась подача электричества. Вышел из строя водопровод. Были разрушены 78 километров канализационной сети. За время блокады от голода и обстрелов умерло более 640 тысяч жителей. По другим данным, даже не менее миллиона человек. Десятки тысяч умерли во время эвакуации. Единственное, что связывало Ленинград со страной – транспортная магистраль по Ладожскому озеру, знаменитая дорога жизни. С сентября 1941 по март 1943 года по дороге жизни доставляли боеприпасы, топливо и продовольствие, эвакуировали жителей. Однако потребности города она полностью обеспечить не могла. Зимой в блокадном Ленинграде начался массовый голод, усугубленный проблемами с отоплением и транспортом. Лишь после первого прорыва блокады в январе 1943 года снабжение города постепенно было нормализовано. Однако осада Ленинграда вражескими войсками в целом продолжалась до января 1944 года. В коротких строчках дневника Тани Савичевой емко и пронзительно отображена боль от потери близких людей, щемящее чувство одиночества и невозможности помочь им. За словами ребенка можно увидеть весь тот ужас, который пережили жители Ленинграда за 872 дня блокады.